Смазываем, да? Туда тянем, 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 тянем. Банки ставим, значит, в принципе. Ладонью вверх, да, физическое можно состояние. Поставить банку одну здесь, да? Например, да? Потом банку можно поставить здесь. Ну, прям посмотрим по ширине, да? Особенно для массажистов актуально. Руки-то устают. Угу, кстати. Так, ну ладно. В принципе, даже можно тут в два ряда, как бы вот сюда вот поставить банки, да? То есть, например, даже вот это чуть сдвинуть, как бы, да? То есть, понемножечко. Сюда. Потом сюда вот. Ну, там смотрите, да? То есть, как это вот. Сюда. И сюда баночки две. Вот. Прям индийское состояние, да? То есть, вот сюда банку, например, и сюда банку. Ну, естественно, рассмотрите размеры, да, то есть, фотка. Да, то есть, как бы, вот, ну, сдвигаете. Чувствовать надо, да. Не, вот, как... вот сюда лучше не ставить, да? Да, да, сюда вот поставил, вот, индийское состояние, то есть, нормально, то есть, да, вот. Это вот, первые сюда поставили, сделали хиджаму. Все, сделали ее. Легким движением переворачиваете и превратили в инь. В янь, вернее. Инь превратился в янь. Инь превратился в янь. Да. Секундочку. Вот. Подождите. А, ну да, давай. Вот. Вот. Так, не так. Мы, значит, сразу тут мясо, 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 мясо. А мясо. Тут как разогревать? Так же, так же, так же, так же. Так же, снизу, снизу, так же, снизу, так же, вверх, да, да, все так же, да, то есть... Гиперемику легкую создали, то есть так вот пошла массовка, да, то есть вот, значит, начали, поставили здесь банку. Ну, самая большая мышца задний пучок. Да, вот тут дельты поставили. Вот, в принципе, можете даже взять немудро стрелкава. Можете даже вот взять и поставить по две баночки, вот так вот можете поставить. Можете вообще вот так поставить всего две банки. Понятно? То есть эффект, в принципе, будет аналогичен. Угу. То есть, чтобы мудрить вот так, а? С этой стороны и с этой, получается. Да, 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 можете просто поставить, вот, вот одну банку поставили, потом здесь сюда поставили вторую. Вот если просто упрощенно, не надо там, если мудрить, ну, да? Яньский и иньский одновременно ставятся? Или по очереди? Нет, 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 по очереди. Ты сначала сделал ту сторону. Надрезали, все сделали. Да, да, вас просто спустили, и потом... Вы... Да нет, здесь не надо даже. Не надо? Прям. Это место иногда делают каким образом? Это когда, вот, например, с грудью делают, с грудью работают. Mm-hmm. Вот, а у женщин обычно мастиды, я рассказывал, да, ставим прям на грудь, да, непосредственно банки. Сначала вокруг, да, потом уже непосредственно прям на грудь. Надсечки будут идти от соска. То есть имеется в виду, как точка отсчета сосок, как солнышко. Надсечки идут вот таким образом, как солнце, лучи отходят, когда банки будут стоять. Когда мастить, например, у женщины. Да? Надо будет это все. Вот. И это вот эта зона, обычно она вот как раз и вот прицепляется вот сюда. Берется, ну, штуки сюда, можно одну, там даже штуки две вот сюда прям. Руку прям отгибает назад. И даже когда вот, например, эту зону даже делаешь, в принципе, можно вот так руку отогнуть и сюда поставить. Ничего зазорного нет, две баночки поставить или одну вот на эту зону. Ну, фактически, но грудь, так же, да? 15 минут. Да, 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 все так же, да. А здесь не злодействуем. Лимфатическая система фактически, да, вот, ну. Ну, да, 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 вот, то есть вот это, да. А так сейчас вот выделять что-то вот конкретно тут. Это, я говорю, можно извертеться. Я говорю, где, вот я же как говорю сразу, запомните, нет такого жесткого. В аль-хиджаме нет. Нашли мясо, мясо. Поставьте, да. И кто вам что скажет? Ну кто вам скажет? Чего вы хуже сделаете разве? Если пропальпируете больно человеку, тем более поставьте, раз ему больно. Понятно? То есть, а так, в принципе, то, что вы сейчас вот то, что делаете, вот то, что она будет делать, она уже будет делать. Она уже будет делать функцию, уже у нее пойдет, запустится иммунитет там и прочее, прочее. Так, да. Значит, да. Ну, естественно, здесь баночку можете поставить, да? Где вот сустав. Вот, да, сюда. Ну и вот, сюда и сюда. И больше не мудрите. Не мудрите больше. 15.
Конечно, говорю, можно и заворачиваться, да, поставить тут вот по две. Зачем? Просто из практики не нужно. Ну, а при болях в мышцах, как конкретно мышцы болят, на них можно поставить, да? Совершенно верно, абсолютно верно. У человека там какой-то палец болит. Если по цепочке выстроить, да, где это, да, найти, даже там мы можем какие-то анатомы. Ну да, вот такую вот мышцу найти, да, прям да, по ней да, там две три банки поставить. Или там вот с той стороны посмотреть, и прям по цепочке выстроить этой мышцы, и все, и поставить хиджаму, и все, она пройдет, естественно, куда она денется? Она никогда не денется.